разглядеть за днями след нечеткий. Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки. И самый старший — 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым. Бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам. Те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара, заслоняясь рукой, скомандовала тонко. «Батарея! Ой, мамочка! Ой, родная! Огонь!» И залп. И тут они заголосили. Девчоночки запричитали всласть. Как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Раскатывалось небо над полями. Бой медленную кровью стекал. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова. И родину, и маму, и Москву. Весенние пружинящие ветви, торжественность венчального стола. Неслышанное «Ты моя навеки», несказанное «Я тебя ждала». И ласточку, и дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это позже, в 45-м. Конечно, к тем, кто сам пришел с войны.